Сумма по проекту, как Сергей Анатольевич сказал ранее, порядка 1 100 000 гривен. Но поставлена задача, и по предварительным подсчетам, я думаю, что мы влезем в 500 000 гривен по выполнению работ. То есть с установкой бордюров, с дорогой. Вы видите, что мы приняли решение несколько сузить дорогу. Изначально данная дорога предназначалась для эксплуатации троллейбусного парка, который находился в конце. Видите установленные троллейбусные столбы. Именно поэтому было принято решение сделать дорогу 12 метров. На сегодняшний день необходимости в эксплуатации дороги 12 метров нету абсолютно. Троллейбус у нас, к сожалению, так и не начал свою работу, и вряд ли уже в ближайшие 10 лет начнут. Поэтому мы сужаем дорогу до 8 метров, выставляем бордюры. Тут была проблема с отводом воды, но тем не менее ливневая канализация она предусмотрена, она есть. Все эти работы мы выполним, всю технологию соблюдем, и надеюсь, что там не более 500 тысяч мы потратим на данный участок дороги. Какая площадь? Не готов пока ответить, мы, видите, сокращаем, обрезаем где можем. Поэтому. Также у нас есть договоренность с станцией скорой помощи о том, что есть проблемы с дорожным покрытием внутри двора. Также зайдем сразу же и подремонтируем внутри двора, чтобы было уже одним гамазом выполнить все эти работы. Спасибо.